От этой бестии ведьмак лучшее средство. Без охоты и конь не тронет. Кто гвардейцев не боится, тот окончит дни в темнице. Ламер, дружище. Кто гвардейцев не боится, тот окончит дни в темнице. Лучшее красное вино делают из бомбино неро. Бомбино! Сам ты бомбино! Наш сорт камина самый сладкий в Баклере. Это тебе каждый скажет. А мне нет дела до каждого. Я слушаю только опытных сомелье. А они в этом вопросе единодушны. Поэтому если я и куплю твое вино, то только с большой скидкой. Могу скинуть 5% на бочку, но не больше. От этой бестии ведьмак лучшее средство. Сука, принеси, подай, поди вон. При каком рыцаре бестия? А у него ушла одна юбка запачкана. Эх, мать твою! Держись, барышня! Потерпи еще немного, да? Ты, Якоб? Спокойно, Морган. Лежать. Кто спрашивает? Я ведьмак. Нашел объявление. Погоди-ка. Ведьмак? Такой, как в сказках и преданиях Луиса Герреры? Вот мне, сука, повезло-то. А то никто мне не верит, что это дерево заколдованная барышня Дафна из сказки. А ты бы ее расколдовать мог. Ты не староват ли для сказок? На грубость нарываешься, ведьмак. Не похер тебе, для чего я старый? Да, правда, не мое это дело, во что ты веришь. Ну хорошо, что мы друг друга поняли. С чего ты взял, что это заколдованная девушка? Ну, прихожу я на вырубку с моим псом Моргалтом. Подхожу к дереву. Замахиваюсь секирой. Рублю. А оттуда кровища как хлынет. У меня аж челюсть упала. А потом дошло. Это ж точь в точь, как в истории про Дафну, Гаррета и ведьмака с Рысьей скалы. Это из преданий и сказок Герреры? Ну да, сука. Издание второе, исправленное, ин октаво. Я эти истории наизусть помню, мне их бабка на ночь читала. От корки до корки с послесловием и выходными данными. Знаешь, мне правда интересно, откуда у тебя такая любовь к сказкам? Ты что, издеваешься, что ли? Нет, просто мы живем в паршивые и совсем не сказочные времена. Люди вроде тебя не часто встречаются. Оно и правда насчет паршивых времен.
Значит, тем более нужно сказки помнить. Бабка мне всегда повторяла: не знаешь, как поступить? Подумай, что бы сделал рыцарь шахматного поля или благородная Алондра. Так она меня вышкалила, что если б я даже и хотел сделать иначе, так, сука, не умею. Взгляну-ка я на дерево. Только осторожно! Готов поклясться, что в шуме листьев слышен плач. Кровь. Судя по форме пятен, она натекла со стороны дерева. Из него действительно течет кровь, самая настоящая человеческая кровь. А кора в некоторых местах напоминает затянувшиеся шрамы. И магия здесь есть. Медальон дрожит, как сумасшедший. Работа на лесосеке шла полным ходом. Но очень странно, что вокруг ветлы нет других деревьев. И что? Ты дерево осмотрел? Да. Оно сочится кровью. И действительно выглядит необычно. А я что говорил? Моя помощь не бесплатная. Я простой дровосек. Деньгами у меня и не пахнет. Идиот. Как расколдуешь барышню, я заплачу. Я тебе помогу. Только сперва подумаю, с чего начать. А что тут думать? Я уже все знаю. Барышня Дафна и рыцарь Гаррет любили друг друга со страшной силой. Но чтобы стать достойным руки своей избранницы, Гаррет отправился в поход на ведьму с рысей скалы. Когда Гаррет уходил в холмы, в знак своей милости Дафна повязала рыцарю платок. Надо думать, рыцарь не вернулся. Не вернулся. Она стояла здесь и высматривала его днем и ночью. Пока не вросла в землю и не стала деревом. Интересно, почему? Потому, сука, что ждала, когда Гаррет вернет ей платок. Потому как такая вот могучая тоска и сила любви. Так что поднимись на рысью скалу и придумай, как расколдовать Дафну. Я тебе дам свою книжку со сказками, чтобы было куда заглянуть, если что. Удачи тебе.
Работа нервная, да? Кто-то весь седой. А вечером прыг в колокола. А как срать, да как хочется. Мать и дочь. Помнишь меня? Я тебе взаймы давал на вино. Ведьма. Что это у тебя с головой? Работай, как... Всегда поменять можно. Мужиком хоть ешь, хоть смейся, хоть пей, а камни и палки оставить не смей. Ведьмина хата.
Дом кажется жилым, но никого нет. Осмотрюсь. Заметки о применении стеблей тысячелистника. Любопытно. Стертые в порошок кости. Теплый. Что за ингредиенты, по запаху не понять. На стене висят предметы для чар или трофеи. Сломанная пополам стрела, наверное, приносит неудачу стрелку. А с помощью этой куклы, похоже, накладывают проклятие. Виноградная лоза. Дает хороший урожай. Или наоборот. Шелковый платок с монограммой ДФ. Если это платок Дафны, он поможет снять проклятие. Обычно меня навещают только дикие коты. А тут на тебе, гость из дальних стран. Чего ты ищешь в моем доме? Я уже нашел. Неужели ты собираешься расколдовать девицу в дереве? Если и так, то что? А то, что это пустая трата времени. Тебе что? Никто сказок на ночь не читал. Даже ведьме с рыси и скалы нелегко преодолеть силу тоски и любви. Что стало с ее рыцарем? Он добрался до тебя? Гаррет? Да. И он довольно быстро изменил свои намерения. Точнее, это случилось после нашей первой ночи. Он оставался у меня довольно долго. Потом его одолела совесть, и он решил вернуться к этой своей девушке. Он так до нее и не доехал. Да, произошел несчастный случай. Ты приложила к этому руку? Конечно. Как я могу отдать моего мужчину другой женщине? Ни за что. А если бы я попросил тебя снять проклятие? Гаррет получил то, что заслужил. А в том, что случилось с его девушкой, нет моей вины. Значит, ты ее не проклинала. Но ты можешь ей помочь? Конечно. Только зачем мне это? Я склонюсь перед тобой, так как должен был склониться Гаррет из сказки. Я прошу тебя о помощи. Расколдуй девушку, заточенную в дереве. Я наблюдала за тобой, когда ты вошел в мой дом, и подумала: этот человек не склонит головы ни перед кем. Встань. Никто
Даже я не сможет вернуть девушке утраченных лет и возместить страдания, которые она пережила. Мы не вернем ее к жизни, но я скажу тебе, как сделать так, чтобы она ушла с миром. У моей помощи есть цена — прядь твоих волос. Откуда мне знать, что ты не используешь ее, чтобы меня зачаровать? Она нужна для заклятия, которое скроет меня от твоего взора, если ты захочешь еще когда-нибудь меня донимать. Ни для чего другого, обещаю. Не бойся, я всегда держу слово. Я поверю тебе. Можешь взять прядь моих волос. Хорошо. Что мне делать? Ты должен убедить девушку, что ее возлюбленный хотел вернуться, но погиб. Возьми с собой ее шелковый платок и частицу останков Гаррета. Его кости белеют в пещере под этой скалой. Пусть его останки и платок поглотит огонь. И помни, твои намерения должны быть чисты. Ты понял? Да. Спасибо за помощь. Пожалуйста. И прощай. Как только ты уйдешь отсюда, больше мы уже не увидимся. Либер Ивонис. Книга, запрещенная капитулом чародеев.
Рыцарский латный доспех, кости скелета. Неужели это останки Гаррета? Интересно, что разорвало доспехи? Магия или падение с высоты? Время вернуться к дереву и снять заклятие. Лепеда.
болит! Пусть льется кровь! Пусть льется, как вина! Ребятки! Вали его! Ведьмак! Хули ты лез? И что, сука, теперь? Thank you.
мне не больно, да? Мое почтение победителю турнира! Тяжко на службе с пустым брюхом. Чем занимается? Все кары нам уготованы. Лучше умереть от пьянства, чем от страха. Погоди, плотва. Ну что? Ты встретил ведьму? Что ты узнал? Не так страшна ведьма, как ее малюют. Она задирала нос, но я знаю куда более ведьмоватых чародеек, чем она. Вот сука! С Дафной-то что? Я знаю, как расколдовать Дафну. Надо будет провести ритуал, используя ее платок и останки Гаррета. С этим придется подождать до нужного часа. Тогда я разожгу 4 костра по 4 сторонам света и начну обряд. Костры? Ну, тогда и я на что-нибудь сгожусь. Трава-то тебе понадобится? Наруби сколько сможешь, а я займусь остальным. Я нарубил дрова, сложил костры. Что дальше? Теперь моя очередь. Я должен зажечь огонь и поговорить с девушкой. Не знаю, чем это кончится, так что на всякий случай держись подальше. А если увидишь, что я вынимаю меч, лучше беги. Посмотри в свой миг последний, ты на все стороны света. С юга не слыхать ни слова. С востока нету зова. Север дышит тишиной. Только запад вихрем воет. Ты не жди, он не живой.
Выслушай меня, заклятая в дереве. Настал день твоего освобождения. Вот платок, что ты дала в доказательство любви. Вот кость того, кому ты подарила свою любовь. Гаррет, мой Гаррет, он не вернется ко мне. Да, не вернется. Он разлюбил меня. Он не был мне верен. Гаррет был верен тебе до конца. Мое время пришло. Я так долго ждала, так долго страдала. Теперь я хочу уйти. Прощай, барышня. Благодарю, незнакомец. И тебя, мой рыцарь, за то, что был рядом и разговаривал со мной. Я-то думал, оно иначе все кончится. Но, видать, оживить бы мы ее не смогли. Мы сделали все, что могли. Славная работа. Вот тебе твоя плата, и книгу можешь взять. Спасибо. Бывай. Бывай. Надо мне как-то уложить это все в голове. Я сумею снять чары без твоей помощи. Удачи. Путь свободен. Ты меня отпускаешь? Просто так? Я сама не придумала бы лучшего конца для этой истории. Визит окончен. Прощай. Мы больше никогда не встретимся. Ну что? Ты встретил ведьму? Что ты узнал? Это платок Дафны. Он нужен, чтобы ее расколдовать. С этим придется подождать до нужного часа. Тогда я разожгу 4 костра по 4 сторонам света и начну обряд. Каст. Наруби. Я... Теперь моя. Не знаю. А если увидишь... Дышит жизнь мир вокруг. Ветер с юга дышит светом. Вихрь с востока бабьим летом. Ветер с севера зимой. Ветер с запада тобой. Дафна, в мир вернись живой. Выслушай меня, заклятая в дереве. Вспомни, кто ты на самом деле. Вот платок, что ты дала в доказательство любви.
что тут случилось? Мать твою за ногу! Это моя вина. Я неправильно снял проклятие. Девушка освободилась из заточения, но гнев ее и ее страдания были слишком велики. Вот сука! Так оно всегда, как наймешь недоучку. Ну, хоть барышня не будет больше в дереве мучиться. Забирай свои деньги и иди отсюда. Не согласишься сама, я смогу тебя заставить. Знаешь, чего я не терплю больше всего? Бахвальство и угроз. Особенно под моей собственной кровлей. Мы все еще можем договориться. Как? Ты же сейчас умрешь. Ахандал! Ты меня победил. Похоже, придется исполнить твое желание, как положено по традиции. Ты знаешь, зачем я здесь. Будь по-твоему, я тебе помогу. Я сделаю все возможное, чтобы развеять заклятие, которое удерживает дух этой девицы в дереве. Почему я должен тебе доверять? Потому что я всегда держу слово. Но ступай уже. Остальным я займусь сама. Только не забудь о нашем договоре. Я сдержу обещание. Прощай. Твою-то мать, где же Якоб? По своей воле он от дерева бы не отошел, надо его найти. Свежая кровь и глубокие следы на земле. Похоже, Якоб бежал, а за ним гнался его пес. Моргалт, а где твой... Зараза. Надо посмотреть, что там с Якобом. Твою мать. Ведьма освободила духа из дерева, как обещала. Только не сказала, что призрака охватили боль и безумие. Он вселился в первое попавшееся существо, то есть в пса, а тот убил Якоба. Прощай, благородный дровосек. Жаль, что все так кончилось. И всегда жизнь напоминает сказку, но надо же во что-то верить.
Зараза. Правду ведьма говорила, что мы не встретимся. Полуэльф и правда полукровка? Что ж вы сами не взглянули, пока с ним разбирались? Так его называли. Но был ли он полукровкой? Не знаю. Да и как его, полуэльфа, опознаешь? Одно ухо нормальное, а другое острое, что ли? И то верно. Верно, что у них уши разные? Нет, что ты ничего о них не знаешь. Позволишь взглянуть на товар? Прошу, прошу. У меня доспехи наипервейшие. Но вы же мастер, сами все видите. Бывай. Гаррет не сохранил верности тебе. Человек слеплен из говна, барышня. Все мы совершаем ошибки. Как жесток этот мир, как тяжела истинная любовь. Но чем бы был этот мир без любви? Мое время пришло. Я так долго ждала, так долго страдала. Теперь я хочу уйти. Прощай, барышня. Благодарю, незнакомец. И тебя, мой рыцарь, за то, что был рядом. И разговаривал со мной. Я-то думал, оно иначе все кончится. Но, видать, оживить бы мы ее не смогли. К сожалению, жизнь — это не сказка. Славная работа. Вот тебе твоя плата, и книгу можешь взять. Спасибо. Бывай. Бывай. Надо мне как-то уложить это все в голове.
Ты хорошо знаешь историю этого края? Я наткнулся на пару эльфских свитков. В них описано, что случилось с эльфами, жившими в лисьих ямах. Я ничего такого не знаю. Так, пить будете что? Или покушать? До свидания. Уже жду вашего возвращения. Привет. Говорят, тут где-то ведьма живет. Чем занимается? Не говорят? Эй, выходи со мной. В дерево. Тогда, наверное, надо к ней сходить. Работа мой нервная, старик да? В последнее время кто-то весь все седой. Превратить теперь в дерево. Мы в безопасности. Спасибо ведьмаку. Интересно, а чем Фанелли даст мне кредит, если я жил в залог? Я не мальчик. Я маму позову.